Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова з вами в студії. Працюємо. Сьогодні п'ятниця і телерадіопроєкт «Між нами» стартує просто зараз. Долучайтеся. Долучатись можна за допомогою наших координат, ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя», наш офіційний сайт zp.suspilne.media. Це вам знадобиться, а також під анонсом у Фейсбуці можете залишати свої коментарі, аби поговорити на тему психології, на тему криз у вікових, криз у людини. Психологи виділяють кілька основних перехідних періодів у житті людини. Починаються вони від народження і тривають упродовж життя. Чому для одних запоріжців вікові кризи минають непомітно, а для інших навпаки? Що робити, якщо ви відчуваєте необхідність змін? І, власне, як батьки формують страхи прийняття важливих перед прийняттям важливих рішень у дітей? Про це та інше будемо говорити з гостями нашої студії. У нас сьогодні Анна Прішутова, психотерапевтка. Вітаємо. Добрий день. А також Олександр Ковальов, координатор психологічної кризової служби Запоріжжя Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців подолання психотравмуючих подій». Добрий день. Добрий день. Перш ніж говорити з нашими гостями, друзі, пропонуємо послухати невеличку довідку, що, власне, таке вікові кризи, і потім продовжимо говорити. Вікові кризи – це перехідні етапи від одного вікового періоду до іншого, завершення певних стадій розвитку, наприклад, криза 3 років, підліткового віку, криза середини життя. Кризи становлення особистості характерні не лише для дитинства, підлітковості та юності. На думку багатьох авторів, усе життя людини закономірно супроводжується чергуванням певних періодів. Давні мислителі ділили життя людини на віки та цикли. У Гіппократа, наприклад, по 7 років, у інших по 9, що починаються і закінчуються критичними фазами. Американська журналістка, авторка книг і викладачка Гейл Шихі розглядає такі кризи дорослішання. 16 років – виривання коренів, 23 роки – план на все життя, 30 років – корекція, 37 років – усвідомлення середини життя. Бо це пов'язано зі змінами життєвих ролей людини. Кризи становлення у дорослому віці можуть супроводжуватися важливими життєвими подіями – зміною фаху, місця роботи, втечею сім'ї, переїздом до іншого міста тощо. Йдеться на сайті «Освіта.UA». Ось таку довідку підготували наші колеги про вікові кризи. Шановні гості, друзі, нагадаю, у нас в гостях сьогодні Анна Прішутова та Олександр Ковальов. Говоримо про перехідні періоди життя людини. Тож, чи справді життя людини можна так чітко поділити на період перехідний і період стабільності? Пані Аню, ви почнете. Як ми слышали, все время в течение жизни будут кризисные этапы, периоды, да, поэтому даже сложно сказать, где там период стабильности будет. Ну, может, да, ну, я не знаю, когда период стабильности. И да, эти периоды, если мы говорим о кризисных каких-то этапах, да, они чуть разной длительности. Первый кризисный период вообще в год жизни, а следующие в 3 уже выделяют некоторые, да, потом в 7. Ну, то есть так они там потом увеличиваются, период между кризисами, но тем не менее, прям стабильно вряд ли, чтобы где-то было. И да, это связано с тем, что человек меняется физиологически, психологически, социальные роли меняются, все это взаимосвязано, что первично, что вторично. Ну, может быть, физиология первична, потому что мы все-таки запустили механизмы, мы растем в любом случае. Четкого разделения нет на самом деле, и вы, если кто-то захочет понять, где там классификация, она будет разная. Разное количество этих периодов и кризисных этапов разное, но есть какие-то, которые чаще всего упоминаются. Да, это вот там трехлетний период, подростковый кризис, ну и дальше там взрослые уже, да. Ну, и так в течение жизни, да. Пан Александр, что-то додасте? Ну, в переводе с греческого кризис – это возможность. Всегда кризис у человека наступает под его внутренними потребностями, от его потребностей. Когда они уже начинают сильно проявляться, эти потребности, тогда начинается кризис. А почему он начинается? Потому что не всегда и не все имеют возможность, желание
слушать свої потребності. Тобто, в принципі, це не страшно, це просто, коли ти досяг певного розвитку і можливість перейти далі, на наступний, скажімо так, на щабель розвитку, на наступне коло. Правильно? Є такий закон переходу количества в качество. Считается, что условно между кризисами, да, человек развивается, накапливая определенные изменения. Они небольшие, и они невидимы прям, ну так, и четко, да, незаметны. Но по мере накопления, как в физике, химии, там, и вообще, да, и так далее, мы переходим на новое, должны бы перейти на новое качество. Как любой шаг, это некое критическое состояние, кризисное состояние, революционное иногда бывает, прям изменения внутри человека. Да, я соглашусь, что это, конечно же, любой кризис – это возможности, как любой, там сейчас принято это название, там выход из зоны комфорта, да, это всегда возможности, да, мы что-то новое видим, но это никогда не бывает гладко. И в психологии считается, что если мы не видим кризиса, это плохо. Если мы не увидели кризиса 3 лет, когда ребенок говорит «нет» раньше, чем услышал, что ему предлагают гулять или конфету, это плохо. Он не научился говорить «нет» в тот возраст, когда положено, он будет это учиться делать потом, и это будет хуже, тяжелее, сложнее и так далее. Если он не прошел пубертат, если он не стал более раздражительным, резким, нервным, не соглашаться там, да, еще что-то в этом возрасте, чем был раньше, сам же он, да, то это плохо, он потом будет это делать. Но только когда он это будет делать в 20-25, это будут другие совсем масштабы последствия. Да? То есть мы должны видеть эти кризисы. Да, как вы говорите, на новую ступеньку мы должны перейти, да? Самостійно, ось особливо, якщо це дитина, чи потрібно, щоб ось в перехід цей допомагали батьки? Або навіть фахівці. А там все очень просто. Да. Если начинает колбасить дитину, то надо идти к специалисту, обращаться. Колбасить его не просто так. Это всевозможные, простите, да, отклонения в поведении, упала дисциплина, упала успеваемость в школе. Про пубертат, коллега вот сказала, это подростковый такой кризис. Вот про него, скорее всего, что такое выражение и создано. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Там плюс то, что перестраивается сам организм, еще и гормональная перестройка идет. И вот в этот момент, это в принципе самый тяжелый из кризисов у человека, который может быть именно подростковый. И колбасит. И если достаточно неэкологично провести человека в этот вот период, не дать ему помощи, то очень часто и густо можно наблюдать такую картину, что в 20 лет наркотики, рок-н-ролл и секс безудержный, а ровесникам уже вроде как они уже и пережили это все дело. Оно вроде как и не нужно им. А человека вот колбасит. Некоторые даже застревают в этом непереходном периоде практически до конца своих дней. Пані Аню, батьки, власне, ми спираємося на те, що і ви говорили, і взагалі ще життя починається з народження, з батьків, бабусь, дідусі, середовище сім'ї. То як батьки формують і бабусі, дідусі, і чи взагалі формують, чи впливають вони на формування страхів перед прийняттям важливих рішень в подальшому житті? Ну, конечно, среда формирует в определенной степени всегда, ну, человека. Она влияет всегда. В какой степени влияет, ну, тут по-разному бывает. То, что касается страхов, ну, если прям страхов, так как вы спросили, то да, очень часто родители, имея свои страхи не проработанные, как любят говорить в психотерапии, там, да, не отработанные, неосознанные зачастую, да, мы их транслируем и имплементируем, ну, перекладываем на ребенка, и ребенок потом боится того, чего боялась я, если я это делаю старательно или если ребенок подходящий по характеру для того, чтобы этот страх принять. Не всегда мои страхи будут приняты ребенком, потому что иногда он другой совсем, ну, его же не моя копия. Если говорить о кризисах, как периодах, когда обостряются сомнения, даже когда вот маленький ребенок, там 3-летний, Саша, да, вы спрашивали, что там, как это видно, они, да, они ведут себя не так, как вели себя раньше, хуже там, да, и так далее. И ему, не, самому человеку неспокойно. 3 года ему там, 15 лет или 13, бывает пубертат в 11 начинается, и совсем, ну, тоже такие сложности. Ему неспокойно,
Если я при этом не могу, как сейчас принято говорить, контейнировать этот страх ребенка, то есть взять его, принять ребенка таким, какой он есть, и этого страха ребенка или сомнений его, там, резких поступков, не испугаться, а с ним, ну, быть рядом, да, если я не могу это сделать, то тогда это идет не по тому пути, по которому надо. То есть кризис минуется не так, как нужно. Не переходит человек на другой этап, да, остается с какими-то травмами, проблемами там, и так далее. Да. И потом выходит то, что говорил пан Александр, застрягают люди. Могут и застрять, да. Есть люди, которые не прошли, например, пубертатный период вообще никогда и умерли, в общем-то, еще до 15-летнего возраста. Это не очень, при том, это даже некрасивые слова. Довольно летние. Так. Да, я прям конкретно говорю, то есть умерли от старости, а пубертат мы так вот и проходит человек. Это не для красивого словца, это правда так и есть. То есть, да, когда человек не смог там пройти, мы не можем, к сожалению, не пройти кризис, мы его точно должны пройти. Если я его не прошла в 3 года, я его несу дальше. Вот эта потребность научиться говорить «нет», я его там учусь дальше. Не прошла пубертат, несу дальше. Пока не пройду, я не могу дойти, ну, я не могу на следующую ступеньку. Это вот, вот эта метафора ваша про лестницу, она прям очень такая. Если я на этот уровень не поднялась, ну, как я наследую? Ну, не получится. Тобто, в принципі, від виховання залежить те, як людина буде переживати, да, наступні кризи. Да. Ну, можно так, от отношений, от поведения тех, кто рядом со мной, да, зависит. Пане Олександре, питання до вас. Ви працюєте з людьми з посттравматичними синдромами здебільшого. Чи можна вважати виховання в родині з суворими такими правилами, жорсткими обмеженнями в подальшому для людини це як посттравматичний синдром? Тобто, чи закладається він ще в родині, якщо жорстко було, ні, туди не ходи, таке рішення не приймай, тільки моє, тільки мама, там, тато, бабуся або дідусь праві. Ну, давайте тогда от Рэши немножко. Раз от Рэши, значит от Рэши. Посттравматический стрессовый разлад, он, это диагноз психиатрический, он ставится, в последнее время в моде он ставит его людям, прожившим, прошедшим фронт. Но очень часто и густо встречается, я, например, вот могу о себе четко сказать, все знаки, все симптомы посттравматического стрессового разлада у меня были, есть и в какой-то степени присутствует. Я не воевал, я связываю это с моими детскими травмами, с пребываниями в моей собственной семье, там, где я воспитывался. Вот такая вот ситуация. Тобто, в принципі, формується ПТРС, це ще в родині теж є така. Да, да. А я вам дальше добавлю трешем. Это ж не рідкість, коли психічно нездорові родители воспитывают ребенка. Они в действительности психически нездоровые. В каком отношении? В невротическом отношении они нездоровые. Психически нездоровые, они все госпитализированы. А я считаю так и рассматриваю такую штуку, что если родитель самоутверждается за счет ребенка, это уже психическое нездоровье. Если родитель не, ну, в общем-то, не ведет себя достаточно адекватно в отношении воспитания ребенка, то на выходе мы очень хорошо получаем кризис, и вот колбасення в кризис и так далее, так далее, так далее. Якщо, знову ж таки, повертатися до сім'ї, чи варто виховувати дитину? Якщо ось взяти слова Дмитра Карпачова, так, психолога. Дмитро Карпачов, ваш колега, психолог, зазначав, що дитину виховувати не потрібно, бо це свого роду насилля над особистістю. Дитині треба показувати приклад. Шановні гості, пані Аню, пані Олександре, що можете сказати? Я не знаю, що имеется в виду тогда под воспитанием, если не демонстрация примера. Ну, а какие меры, что мы тогда еще имеем в виду, да? Если мы говорим о физических наказаниях, ну да, это, не, во-первых, это неприятно никому, во-вторых, ничего не дает на самом деле, да? С моей точки зрения, воспитание – это и есть, собственно, взаимодействие с человеком в живом таком режиме. То есть я живу каким-то образом, человек, живущий рядом со мной, ну, ребенок мой, да, он видит, как я живу, это и есть воспитание. На самом деле, мы взаимодействуем все время. Я все время даю ответную реакцию. Если он что-то делает, мне не нравится, я даю какую-то ответную реакцию. Это и есть воспитательная мера. Если я не даю ответной реакции, например, никакой, не говорю, что мне это не нравится, не объясняю, почему, то я его тоже в нем что-то, ну, взращиваю, да, но только другим способом.
То есть на самом деле есть еще такое тоже выражение, да, что не нужно воспитывать детей, они все равно вырастут похожими на вас. Вот в этом варианте я еще могу как бы согласиться. Да, что бы мы ни делали, мы воспитываем самим собой. Такие, какие мы, какие приняты правила у нас в семье, какие приняты норма как бы, да, внутри взаимодействия, как мы решаем задачи, которые связаны с наружными какими-то, внесемейными там ситуациями. Вот это и есть воспитание. Если я просто ребенку рассказываю о том, что, слушай, в книге написано, ты должен быть вот такой, вот такой, вот такой, и он видит, что ни я не такая, ни мама, ни папа, ни братья, сестры, ни бабушки, дедушки, все другие. Это же не про воспитание, нет. Пан Александре? Трэш, опять трэш. В нашем понятии воспитание – это указывать, стругать ребенка. Я анекдот сейчас расскажу. Дерибасовская… Але пам'ятаєте, що ви в прямому ефірі. Да, да, я пам'ятаю. Это культурный анекдот. Дерибасовская, идет красивая бабушка, еврейская, все правильно, и два внука. Навстречу другая женщина и спрашивает: «Ой, Софья Павловна, скажите, прекрасные такие дети, сколько им по возрасту?» Она отвечает: «Вот гинекологу 5, а юристу скоро 3. Вот это вот и есть система подхода к воспитанию. Стругать, стругать, стругать ребенка. Это никому не нужные сравнения. Смотри, что ты сегодня сделал. А Вася Петечкин, глянь. Я встречался с такой трэшевой штукой, что очень-очень ужас. Это 80-е, человек стал чемпионом Украины. Золотую медаль завоевал. И принес папе, а папа говорит: «Не, не то. Там есть олимпийская медаль. Вот тогда ты будешь да. А сейчас ты, ну что ты такой, чемпион Украины?» Кстати, этот человек позже потом суициднул. Тобто, в принципе, виховання може призвести до того, що людина може настільки застрягнути в кризі, що вирішити, що життя покінчено. Да. А это и есть, это не шутки, это вот все суицидники, в принципе, в большой степени, они не глубоко неудовлетворенные собой люди, не выполнившие наказ мамы и папы. Очікування батьків. Точка. Да, очікування. Тобто це такий тягар, в принципі. Да. Аня запитала, якщо я дитині говорю, що мене не цікавлять інші, що зробили і досягли інші, а цікавиш лише ти і твої досягнення, чи правильно я роблю? Ну, интересно, что еще, кроме этого, говорится, да, то есть, опять же, мы, ну, если не придираться к словам, да, мы часто так говорим, и, ну, на самом деле, это вроде бы как хорошо, что меня больше интересует ты, как моя дочь, например, или сын, да, а не другие дети, там, я тебя люблю, да, но вот если я, что я дальше делаю со своим интересом, я его прям под микроскопом рассматриваю, это достижение ребенка, да, и говорю, что в нем плохого, или говорю, что ты просто умничка, я тебя люблю, да, и все будет хорошо, и если тебе нужна моя помощь, вот я рядом. Слова сами по себе, ну, не всегда настолько важны. Во-первых, ребенок маленький считывает интонацию и выражение эмоции, глаз. Да, да. Внутренний стан, да, батьков. Да, ну, конечно, если мы о школе говорим, то там уже и смысл важен, но еще тогда, вот я же говорю, важно, что я дальше делаю с этим своим интересом. Если я даю, рассматриваю это как возможность и показываю ребенку, куда он еще может прийти, но при этом не так, когда там олимпийская медаль, тогда я буду рада. Не, я и сейчас рада. Я и сейчас тебя очень люблю просто, да. Поэтому, если тебе надо еще куда-то, окей, давай мы вместе пойдем. Чи впливають ось, власне, на вікову кризу і інші фактори, які відбуваються в суспільстві, наприклад, війна, фінансова криза або пандемія, як саме зараз? Однозначно. Якщо чоловік вже готовий, якщо він на 80% в кризі, то от це от все, воно щелкає по мозгам, по восприятию, і все, чоловік свалюється либо в алкоголь, либо в депресію, там варіантів багато. Хотів додати ще от по поводу колеги і воспитання таку штуку, що база в воспитании – это когда родитель сам себя любит, когда он сам себя признает. Все, все остальное будет ок, абсолютный ок, потому что он будет видеть в человеке в этом маленьком такую же личность, такого же человека, который, ну вот, вот он проявляется так. Это из любви к себе
Можна тільки хорошо воспитати ребенка. Вот. Якщо родина дуже себе сильно любить, чи не виникне ось запорука такого егоїзму, який потім може в майбутньому вплинути і на дитину? Це перегиб. Якщо чересчур любить себе чоловік, це не любов к себе. Любой психолог вам скаже, що чрезмерная любовь, эгоизм, нарциссизм – это все равно внутренняя рана, болит. Человек только таким образом себя защищает, таким образом. Вот именно завышенная самооценка, как мы в простонародье говорим. То что работать? Жить. И простой обыкновенный совет, вот он прям в самую точку. Если хотите воспитать достаточно хорошего ребенка, начните с себя. Все. Точка. Начните с себя. Всевозможные вебинары, курсы, психологи. Это вот найдите в себе мир, найдите в себе понимание, любовь, принятие, а все остальное все уложится, все моментально, вот так вот. Ми почали з того, що в дитинстві закладаються страхи перед прийняттям рішень, якісь невпевненості, якесь коливання. Все-таки дійшов чоловік або дійшла жінка, пані, пан, до моменту, коли відчувають, що ось, щось не так, щось треба змінювати, але що робити, куди бігти, до кого звертатися і як зробити цей крок? Як обратитися комусь, або як зробити вибір? З чого почати? Як зрозуміти, що потрібно робити, а не просто, як кажуть, якщо хочеш працювати, лягай, поспи і все скінчиться. Вот базовое ключевое слово, вы его сами произнесли, Юля. Потребно. Если человеку нужно, он идет, он ищет. Психолога, все остальное. Если ему не нужно, и таких 90% вокруг нас находится, он остается в этом, извините. Неприятностях. Да, в этом. И мало того, часто если психолог начинает ковыряться там, то встречается с такой штукой, это нравится человеку. Вся эта трэш, вся эта гадость, которая происходит в его жизни, он этим живет. Ну, я бы сказала, что если человек чувствует неудовлетворенность, то сейчас, слава богу, есть понятно, куда идти. Есть психологи, психотерапевты, и мы идем, обращаемся. Да, есть это в интернете, можно попробовать сначала самому чего-то там почитать, наковырять, там как-то понять, но лучше, конечно, когда вживую. И, ну, с моей точки зрения, к счастью, и если говорить о воспитании детей и вообще о жизни, мы все разные, и разные есть масса способов, как выжить, масса способов, как найти себя, как найти путь решения. Они могут быть разные, к счастью. Нет единственно правильного, что, в общем, должно успокаивать. То есть если я... Нет такого, что мне надо найти один единственно правильный вариант. Да? Если я голодна, я могу поесть много чего. И... Ну, утолить голод. Точно так же и в жизни. На самом деле есть много вариантов. Не нужно считать, что есть какая-то волшебная палочка или там волшебные слова. У всех будет свой путь. Іван запитав, чи можна не ходити до психологів, психотерапевтів, а просто поговорити з другом, якому довіряєш? Можна, і ще і під бутилку водки, і потім вернутися. А алкоголізм? Я же говорю, под бутылку водки, то, что часто у нас происходит. Обратно вернуться к этой же проблеме через какое-то время можно. Если... Да. Все зависит от того, что вы хотите. Если вы хотите поговорить с другом, то поговорите с другом. Если вы хотите решить психологическую свою какую-то проблему или проблему с характером, или там еще ну, подобные вещи, так надо идти туда, где это делают. Да. Друзья редко бывают психотерапевтами, которые могут поработать психотерапевтами со мной. Это даже обратная сторона, часть такая достаточно жесткая. Что он может, друг, не специалист, сказать? Да брось ты, ладно, давай, наливай. Все тем-пом-пом-пом. Раз запилось, все это утихомирилось, как бы на сегодня. А на завтра он протрезвел и в два раза больше его начинает клепать. Это реальность. Інше питання тоді, якщо... Психотерапевт, друг, чи потрібно до нього звертатися, чи все-таки обирати сторонню людину? У нас 30 секунд. В класике считается, что психотерапевт не должен работать с близкими ему людьми. В классике. Когда у нас больше работать не с кем, то, конечно, лучше обратиться к другу, который психотерапевт, пусть он разбирается со своими профессиональными навыками и делает то, что умеет. Есть техники, технологии, которые я конкретно работаю в такой, которые позволяют работать с близкими людьми.
Тобто обирати потрібно людину, якій, в принципі, сам можеш довіряти. І, стаючи батьками, потрібно пам'ятати, що, в принципі, ваш приклад і ваші внутрішні проблеми потім переходять на ваших дітей. Бабусі, дідусі, ви так само впливаєте, будьте обережні, контролюйте себе і контролюйте не лише інших, як ми зазвичай це любимо робити. Про це говорили сьогодні із нашими гостями. В гостях у нас були Анна Прішутова, психотерапевтка, і Олександр Ковальов, координатор психологічної кризової служби Запоріжжя Всеукраїнської громадської організації Асоціація фахівців подолання психотравмуючих подій. В студії працювали Олександр Пашненко, Юлія Сафронова. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».